По сценарию горела степная местность вблизи села Акбулом. Пожарники своевременно погасили пламя, которое, к счастью, не успело достигнуть населенных пунктов. Так прошли пожарно-тактические учения по тушению условного природного пожара в Жамбылском районе. Подробнее в сюжете. Беда не предупреждает, не стучит в двери. Она случается внезапно. Пожар – явление опасное и неконтролируемое. Способно принести массу вреда. Причинами возгорания может быть масса факторов, большинство которых является нарушение правил пожарной безопасности. И вот по сценарию в степной зоне села Акбулом случился пожар. Огнеборцы, в свою очередь, успели потушить огонь в течение 10 минут. На сегодняшний день в области создано 165 добровольных противопожарных формирований. Для доставки личного состава подготовлена специальная техника высокой проходимости. Департаментом чрезвычайных ситуаций подготовлена автоцистерны с высоким объемом водоизмещения. Также все подразделения обеспечены спутниковой связью Иридиум и Турая марки, а также радиосвязью. В целом могу сказать, что на сегодняшний день все формирования противопожарные формирования, входящие в состав гарнизона противопожарной службы Жамбылской области, готовы к работе по ликвидации природных пожаров в пожароопасный период. В сегодняшних учениях, в общем, со всех формирований задействовано порядка 28 единиц техники и порядка 113 человек личного состава. В целях предупреждения природных пожаров силами личного состава отделов ПЧС, местной полицейской службы и местных исполнительных органов создано 15 совместных мобильных групп с общей численностью 69 человек. В данном учении сегодня задействованы лесопожарные команды Байзакского и Жамбылского района, пожарные части Байзакского и Жамбылского района, а также добровольные формирования указанных районов. В настоящее время проводится активная правительственная работа по подготовке к предстоящему пожароопасному периоду. В целях улучшения материально-технической базы лесных хозяйств в текущем году было выделено 217 миллионов тенге, на что запланировано приобретение пожарных автомобилей, трактора с плугами и других техники для тушения природных пожаров. Зарегистрировано 6 загораний, на степной массе ущерба не имеется. В целом все подразделения, участвовавшие в учениях, справились с поставленными задачами быстро и качественно. Это, конечно, свидетельствует о готовности техники и пожарных. Дана Самат, Дәурен Долдарбай, Жаслан Курмангазолла, 77 News.